Любитель покататься с ветерком. В Чебоксарах на одном из пригородных маршрутов появился необычный пассажир. Водители его давно полюбили и даже приютили в своем гараже. От них он не отходит ни на шаг, часто сопровождает в поездках, а к некоторым наведывается в гости. Кто-то его уже успел назвать чебоксарским Хатико. Правда, в отличие от четвероногого героя фильма, наша собака беспородная, обычная дворняжка. Хотя, замечают многие, она довольно-таки умная. В этом убедились и мои коллеги. Усевшись поудобнее под заднее кресло, дворняга-мухомор отправляется в путь. На этом маршруте собака знает каждую остановку. Вот так каждый день четвероногий пассажир добирается до Новочебоксарска, а потом возвращается обратно. Откуда у животного такая страсть к поездкам, водители не понимают. Хотя в салон его пускают без лишних споров. Выгнать мухомора из машины не решается никто. Ну, уже кто относится, кто хорошо относится, кто так, поскольку... Не больная она, нет? Нет, он. С водителем подвозят его, да? Да, сами подвозят. С водителями, все. И даже за проезд не просят, да? Нет, нет, как кто с ним будет брать? За версту мухомор узнает каждую машину. Водители говорят, собака очень привередливая. Русский автопром ей не по душе. Для своих путешествий из точки А в точку Б дворняжка выбирает только зарубежные автобусы. Где бы ни находился мухомор, в дорогу он выдвигается только на 331 маршруте. Другие маршрутки он избегает принципиально. Водители говорят, что собака уже изучила и марки машин, и их номера. На базе этого пригородного маршрута мухомор появился 3 года назад. Бездомную собаку водители пожалели, накормили и приютили в гараже. Думали, что ненадолго, но пес для всех стал любимцем. И только потом водители заметили, что их питомец – очень воспитанное животное. Он вообще такой джентльмен. Появился года 3, наверное, 4 назад. Пришел вот так потихоньку, в ворота зашел. Потом постепенно там на базу стал ходить. Потом его тут подкармливать стали. Ну и все, и так поселился. Мухомором его прозвали водители. Местные жители подобрали более ласковую кличку – Шарик. В районе об этой собаке знают многие. Говорят, что пес не берет подачек от незнакомых людей. Кормится только из рук водителей. Ну здесь вот, да, собак травят. Поэтому вот он за счет этого, наверное, выживает. Может, этот... Какой-то что-то срабатывает у нее, рефлекс, может, как-то жизнь научила. Да? Откуда взялся мухомор, до сих пор неизвестно. Над этим ломают голову все. Некоторые всерьез предполагают, что его предыдущий хозяин тоже подрабатывал водителем. Видимо, с тех пор у пса и появилась страсть к поездкам. Андрей Ковалев, Леонид Клейман, Республика.